Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. В эфире программа возвращается к теме воплощения слова. Трижды в храмах читается пролог Евангелия от Иоанна о слове, которое стало плотью. В день Рождества Христова, в завершение Старого года, 31 декабря, и сегодня, во второе воскресенье после Рождества. Из всех евангельских повествований эти строки святого Иоанна самые известные, за исключением, возможно, Нагорной проповеди Иисуса Христа. Наиболее философскими понятиями Иоанн говорит о фундаментальной истине нашей веры. Речь идет о непостижимой тайне Божьего присутствия среди людей, о чем в свое время завещал Исаия, говоря об Эммануиле, Бог с нами. Присутствие Бога в этом мире – это конкретная, реальная, даже телесная истина. Эта конкретность очень хорошо передана словами сегодняшнего Евангелия, которое повествует о приходе Божьего Сына на землю. Причем не говорится абстрактно, не говорится теоретически. «Слово стало плотью и поселилось между нами». Бог становится человеком, самым настоящим человеком. Он родился, как все люди. Он рос в конкретной семье и среде. Был человеком, воспитывался, учился, осваивал ремесло Иосифа. Был человеком, вплетенным в сеть человеческих отношений. Соседями, знакомыми, родственниками. И только христианская вера говорит о Боге. Наш Бог хочет быть очень близко к каждому из нас. И часто мы повторяем, что Бог хочет поселиться в сердце человека. Это правильно. Но в тайне воплощения еще и тот аспект, который иногда трудно воспринять. Бог рядом со мной, рядом подле тебя, подле меня. Рядом — это не в небе, не в переносном смысле, а вполне конкретно, как конкретной была земная жизнь Иисуса Христа. Он родился в тайне Пресвятой Евхаристии, в частности, в Пресвятых дарах. И вечный свет перед дарохранительницей в наших храмах постоянно нам об этом напоминает. Каждому человеку. Именно поэтому каждое, даже самое мизерное человеческое существование отмечено печатью святости самого Бога. Мы часто говорим, Бог предвечный, Он некогда родился, но на самом деле Он не покинул землю после воскресения и вознесения. Он родился, чтобы жить вместе с нами, рядом вместе с нами, рядом с каждым из нас. Это будет так. Новости из Ватикана по-русски. Предваряя чтение молитвы Анджелус 1